помогали сегодня нам. Люба, у нее там ворота разделать надо. Столбы Валентина выбрала Тихоновна. Два столба и два Володи понесли ей сразу за работу. Помогала шкурить. Вот они идут. Вот как в деревне это все делается. Что-то махали непонятно руками. Я подумал, что может кто-то едет. Ничего. Дикие голубки тут у меня прижились. И там голубки на голубятне. Закрыл разбитое стекло вчера. А там две пары уже поселились. Яйца. Их литок открытый. Но с другой стороны только. Никак не залетают. Глупая птица. Как Ефрем глупый. Вот сколько сегодня закончили. Все. Тоже мы третий раз приступали. Говорят, Рыжковские, другие пруды кому-то отойдут. Ну и что? Отойдут. Сегодня отойдут, завтра придут. Испокон веку это 200 с лишним лет. Потеряевке это принадлежит. Пруд и название Рыжковский. Никто ничем не объяснит, почему Рыжково жили. А что такое Рыжково? Она фамилия девичья. А вышла за Потеряева Ивана Нефантьевича. И вот их пруд. Так. Бог помощь. Спасибо, Христос. Бог помощь вам, братья. Спасибо, Христос. Вот они где у нас сегодня. У Минаевой Любови. Ой, тут дождик. Это вы еще тут делаете-то, а? Быки разламывают тут и любят. Быки? Так быки-то, видать, здоровые. Здоровые. Вот они как. Это Владимир Пащенко и Владимир Иванович Пенкин. Вот они закопали сабы, осмолили. Дальше выбрали. Какая-то доска-то, она на чем держится-то? Какая? Да вот это прибиваешься, что-то она совсем. Бьется. Это она плохо держится, совсем. Надо, а что она не вплотную-то, почему? Надо к столбу, наверное. Давай к столбу-то, давай. Берёг, ну-ка. Ну, до кого? За торжество она не будет держать. Сейчас, сейчас мы. А почему вы ее не вплотную подтянули-то? Сейчас, сейчас столбу сделаю. Я делал, чтобы здесь больше вставлялась доска толстая. Эти городушки-то все убрать, прямо к столбу пришить надо. Гвоздя три. А вот это-то она зачем? Вот это. Бахлушка-то зачем? Хозяйка так сказала. А это почему не прибить к этому так со столбу? А он сгнил, потому что уже. А там ты пустой. Не-не-не, надо вот это. Ну все равно. Вот сюда положить. Вот так, вплотную, во. Вот так вот прибивай, кто и другой. А это кого лепить? Это так? Нарочно. Большие гвозди, вот бери. Не оторвет.
Здесь надо еще столб закопать, Володя, вот здесь. Такой промежуток, что же они не выломят? Вот здесь это вырубить, вот это, что вот это, зачем лежит? Непонятно, брус этот зачем? А? Ну а чего у нас спрашивать, хозяйка же здесь командует, а не я же. Вон там испокон века стояла. Вот этот брус-то убрать или возле него закопать? Еще столб, а это кого оно шатается? Вот ногой задень, так и вылетит. На большом расстоянии оно не будет держать. Вот так. А трактор это чей? Барабашевский. Барабаша? Вот вот навоз сколько. А тут-то сколько у нее навоза-то? Ой-ой-ой. Его надо вывозить на поле, рядом поле. Ого-го-го. Вот сверху-то шифер, его тогда сорвало. А тут они сеновал был, я не знаю, а как же так? Сеновала нет теперь у ней. Ладно, уйду я отсюда. Вот это да. Это не просто так держать, она тут дров-то у нее сколько. Не на одну зиму хватит. Две теплицы. По ней. Во дворе-то у нее еще она приболела. Все болело, болело. Вот она живет прямо против Алеши Устинова. Вот оно какое дело-то. Березы. Вот она выходит, ну, Алексея сразу. Алексея в дом. Вчера тут был званый ужин у него. Всех приглашали. Вот он как у нее домик это выглядит. Мой велосипед. Какая береза. Здоровая. А рядом она как бы маленько посередине. Устинов Владимир с Валентиной, дальше Андрей. Вот, а тут и Иосиф строится, и Никита тоже Устинов. Устиновский, как говорится, старообрядческий тупик называют. Вот он какой он у меня. Ну, а тут в сторонке дальше Володин дом, Пащенко. Вот тут был Никита, Павел. Вот дождь пошел, ушел домой.